Всем здравствуйте! Родная дочь легендарного «Спартака», актриса Карина Мишулина, сейчас обладает гораздо меньшей популярностью, чем названный сын советской звезды, ведущий Первого канала Тимур Еремеев. Даже более того, Карина практически не появляется в сериалах и фильмах. Разберемся, почему так. Мишулиной 40 – это отличный возраст для актерского рывка. Но за последние 10 лет она сыграла всего в двух проектах «Физруки» и «Жуках». В обоих сериалах у Карины были яркие, но все же второстепенные роли. Впрочем, сама актриса не спешит набирать обороты. Ей вполне достаточно походов на телешоу и театральной деятельности. Но зрителям этого мало. Вероятно, мы еще увидим Карину в качестве киносценариста. Девушка признавалась, что недавно вместе с мужем написала два сценария. И хотелось бы, чтобы смена амплуа освежила ее карьеру. К тому же в феврале Мишулина заявляла, что скоро дебютирует в качестве режиссера. Она снимала короткометражку под названием «Неформат». И надеемся, что нынешняя обстановка не разрушила планы Карины. Кстати, помимо самой Мишулиной, в съемках участвует актриса Екатерина Васильева. Она отвлекается. Мишулину чаще видят не где-нибудь на ТНТ, а в светской хронике или желтой прессе. Тетя то ругается с Тимуром Еремеевым, то ходит на «Пусть говорят», то рассказывает об отрицательных ДНК-тестах. На этом основаны почти все поисковые запросы, связанные с Мишулиной. Не удивимся, если узнаем, что семья или долгая борьба за правду для нее важнее, чем крутая актерская карьера. И это выбор, который не нужно осуждать. Виновато, конечно, не столько родство, сколько журналисты, которых в большинстве своем интересует лишь генеалогическое древо Мишулиной. Почти в каждом интервью Карину спрашивают о родстве с легендой советской киносцены. И это, безусловно, влияет на имидж актрисы. Попробуйте найти хоть одно интервью, связанное с творческой деятельностью мадам. Уверяют, это будет непросто. Самое обидное, что в глазах общественности она могла быть звездой физрука или президентом фонда «Здоровый ребенок», но в первую очередь Мишулину знают и ассоциируют с папой. А превзойти его медийный успех девушка уже едва ли сможет. Да и такую задачу, скорее всего, не ставит. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.